большим плюсом тоже является то, что здесь нет воинской обязанности. У нас мальчик родился, и это тоже таким являлся, наверное, привлекательным фактором. Очень важно для нас было выбрать страну, которая даст возможность путешествовать и гражданство не только ребенку, но и родителям. Задумались об этом, наверное, практически в самый последний момент. Мы очень волновались, так как это наш первый ребенок, и мы, конечно же, волновались за безопасность. К тому же на тот момент, к сожалению, уже все стремительно менялось. Все больше санкций стало налагаться на Россию. Тоже очень благодарны аргентинцам и, в принципе, стране, что, приехав сюда, ты чувствуешь себя достаточно комфортно, даже за незнанием языка. Изначально решение родить второго ребенка за границей пришло задолго до всей ситуации произошедшей. Самые популярные, известные, это была Америка и Канада, но туда сейчас сложно получить визу. Мы решили на данный момент перезимовать здесь. Планируем подать документы. Там уже будет зависеть, наверное, от общей ситуации.